В Нижнем Тагиле проживают около 140 национальностей. Это татары, башкиры, немцы, евреи, азербайджанцы, армяне, таджики. Многие создают общественные организации, чтобы сохранить свои традиции, культуру, язык. Наладить диалог между конфессиями – цель работы Совета по взаимодействию с национальными, общественными и религиозными организациями. Наша все-таки задача, наверное, прорабатывать совместные мероприятия. Все-таки так как у нас многонациональный город, все-таки должны быть совместные мероприятия, где должны быть участниками все народности и национальности, которые проживают сегодня на территории города нашего. Один из совместных праздников, объединяющих народности – фестиваль национальных культур. Возможно, к нему добавится еще одно колоритное торжество. У нас есть такие мероприятия, как День города. А почему бы нам не попробовать новую форму проведения мероприятий? Именно город Нижний Тагил – многонациональная семья. Почему нет? В мэрии ждут идей и предложений от национальных и религиозных организаций.